Жизнь на севере без гражданской авиации невозможна. Доказательство тому – филиал полярных авиалиний в Булунском районе. Он является одним из самых востребованных среди жителей. Особенно это ощутимо в период летних отпусков. Тему продолжат наши корреспонденты. Для нас, северян, авиация является важнейшим видом транспорта. Самый северный авиационный филиал полярной авиалинии – один из самых востребованных предприятий для жителей Булунского района. Начался отпускной период. Что касательно полетов на Якутск, мы также будем их выполнять два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Рейсы вылетают утром, что, наверное, очень удобно. Люди прилетают сюда в 12 час дня. Вот. Компания следит за частотой рейсов. В крайние разы из Якутска прилетают самолеты с хорошей вместимостью, по 47-48 кресел, и они заняты. Поэтому вот в данный момент первая волна отпускников, мы стараемся всех удовлетворить. Придавая большое значение поддержке и развитию программы социально значимых дотируемых авиаперевозок, авиакомпания «Полярные авиалинии» поселка Тикси во главу угла ставит регулярность полета в Булунском районе. Самый северный и малочисленный отряд авиаторов постоянно совершает рейсы по перевозке пассажиров и груза, труднодоступные на слега Улуса. Количество авиационных рейсов возросло. Вот в прошлом году дотация была на 118 рейсов, в этом году на 123 рейса. Это практически около 40 миллионов рублей на Булунский район. Поэтому по всем наслегам частота рейсов увеличилась. Поэтому сейчас, как таковой напряженной ситуации по наслегам у нас нет. Отряд добросовестно выполняет работы по удовлетворению муниципальных заказов по местным воздушным линиям, тесно сотрудничает с Республиканским центром медицины катастроф и бывает задействован на аварийно-спасательных работах при их возникновении. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.